Короче, устроили тут малярный цех на улице. Сейчас буду закрашивать перед выставкой свои косяки. Тут очень много с той стороны еще. Подготовили тачку полностью. Ну как полностью? В уличных условиях. Это все, диски все тоже подготовили сейчас под покраску. Тут, блин, в таком состоянии диск, но пока пойдет. Блин, огромное спасибо вот этой мойке. Мой сам. По адресу Тайнинская, улица 1. Тут парень, который здесь работает, он мне сейчас помогал бесплатно абсолютно подготовить тачку. То есть у него был по факту сегодня выходной, а он помогал мне готовить мою тачку. Вот, потому что у меня сегодня выставка, а тачка вот, как бы тут поворотники нужно доставить, это все покрасить, здесь покрасить. Мне еще сейчас работать надо, домой идти. Короче, трындец. Но, блин, чуваку вообще огромный респект, спасибо тебе большое. Вот, как-нибудь разбогатею, задоначу тебе обязательно. Короче, подготовил тачку, заклеил, обезжирил. Сейчас вот сюда дунул баллончиком, у меня не тот цвет краски оказался. У меня... Ой, где она? Вот она, краска. Полумат. Но она, короче, жемчужного такого цвета, и она прям очень сильно выделяется. Сейчас приеду за другой. Точнее... Девчонки, у кого много жира осталось еще, кто не успел подготовиться к лету. Эль-карантин. Так, берем и втираем нюксель. Да. Завел малого опять, ебать, за запчастями. Здорово! Идем. Здорово, как там, Гриш? Здрасте, задолбали. Короче, завел малого за резиной куда-то, блядь, за гаражи. Сейчас будем лишать его девственности. А не, мы идем за резиной, а потом будем лишать малого девственности. Пиздец, куда мы пришли, блядь? В поисках резины, я в ахуе. Очки дороже этих зданий стоят. Базар, базар, мало покажи очки. Это, блин, что за робокопер, блядь. Дэвид Бэк. Так, ладно, погнали. Чисто это будет отдельная серия. На ютубах это будет «Приключения малого и старого» называться. Нет, он вышел, я ППЛ буду ценить. Да, ты ППЛ. Короче, если... Поверх. А вот этой форме? Да. Давай, ну-ка, натягивай ее потихоньку. Ага. Пойдет, да, наверное? У тебя N под Е должна быть. Какая? N под Е. Вот так, да? Да. Ну, потому что помощь нужна будет. Бля, Нива это долбанутая. Когда перед нами Вин Дизель, у нас все с кайфом. Че? Когда Вин Дизель регулирует, невозможно плохо проехать. Вин Дизель. Старета. Бля, классный мужик, вообще классный. Мы лучше, чем
они. Вот как надо, ёпсель. Мам, меня вот они навсегда сохраняйся в уникальный код. Костюм погладь сначала, дура без трусов, блядь. NFT, ёпсель. За этим файлом. Кому вы его продали? Приехали перед бантами. Надо шину поменять. Тара, ну ты, конечно, тип. Заплатил, чтобы сам делать. Очень умный человек. А объяснишь, научишь, почему вы любите, чтоб подсчитались. Знаю, что ты не такая, зажигай, выбирай коктейли в... Поставлю ваш экраник, посечет. Не гоняй, молодой. Сразу, сразу, куча охранников, куча охранников. Прямое включение старого. Брать у него интервью. Интервью дайте. Горизонтально для ютуба. У нас фары четкие в машине. На полу лежат. Подожги, подожги, чтобы светить. Темно, тут тачки, он GTR. Это, блядь, Chrysler, BMW, музыка. Блядь, тут где-то бледины только что были. А вот дебошка. Там куча тачек. Для коляна ничего не жалко, да. Или прачечную зайти. Пролей, это не пиво, не молоко. Сами плиты не принести. Ебать, у тебя просто все. Уборщику иди. Тачки ходят. Егор, это видео-влог. До звезды, мне сейчас придумают что-нибудь. Давай, Егор, поменяйся. Сначала я, потом ты. Обработка трека. Да, просыпаем. Сына пришел! Сына погулять вывел! Красавчик, бля! Давай, брат!
Это видеоблог. После бернаута. А что, еще люди просили или организаторы третий писец, раз подъехать? Там, все просили. А организаторы? Да, не... да, тоже просили. Да, да. Так, мало перчатки, мне нужны перчатки. Маме потом покажу. Так, это получается... Не, был бы ты миллионером, я бы сказал, поехали. Нас примут, малыш, нас примут. Я опять свои жопы. Так, это не то. Это вот это. Получается, да, это вот это. Это вот это. А, вот. Слушай, я не знаю, в курсе ты или нет, но вас ищут мусора. Они вас пробивают, ваши номера по камерам, и, короче, тут они на выставке. Мы не можем теперь выехать, и никто не может выехать, потому что нас сейчас могут хлопнуть всех, если мы выйдем из выставки. Вот, но ищут они вас. Вы вообще не знатно. Ну, тебя как приняли, ты сразу стал знаменитым, там, постоянно инсту где-нибудь листаешь, и там всякие видосики с твоим этим тираном. Пока ты там боком фигаришь, и мемчики уже делают. Ну, вообще, я тебя узнал, где-то пост был, приняли чувака, там, типа, боком навалил все дела, я там, о, нифига себе, нормально, тирана, там, все фига, ну, все дела, ну, и что-то забил. Ну, и все, еду, на МКАД, еду, смотрю, жопы сдаешь, и прям, ну, твой инстаграм, ты пока жопы сдавал, я тебя пытался найти, пока VPN включил всю эту фигню, и там рукой тебе помахал, и все, и потом уже понял, кто и что ты. Нет, да это их, да все уже разъехались. Это, если что, не я. Если что, это не я. Мужики, даже довезли до дома, до места преступления. Вот оно, если что. Мужики, пока. Мужики бомбовые. Открыть на замок. Не пускают, пока не посадили.